Доброго времени суток, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина, и я готовлю простые и вкусные блюда из недорогих продуктов. Спасибо большое за вашу поддержку, за лайки, за комментарии. Я их все читаю, мне очень приятно, что мои труды кому-то нравятся. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. Так, девочки, у меня остался немножко фарша. Я решила сделать тефтельки при помощи воды. Руки смачиваю водой и катаю шарики. Небольшие шарики. У меня малочка осталась фарша. Еще надо будет этот лук. У меня лук порезанный есть. Морковочка порезала, томат. Буду делать зажарочку. И картофель. В сковородке сильно много было места. Я сюда налила. В кастрюльку поставила. Теперь здесь вот немножко воды налью, чтобы только тонуло. И на медленном огне поставлю. Буду тушить на медленном огне. Так, делаю пережарку, значит, лучок плюс морковочка. Зажарка у меня готова. Теперь я эту зажарку вливаю сюда, в картошку и в тефтелечки. Тефтелюшечки. Так, разравниваю. И на медленный огонь пусть варится. До готовности. До готовности. Сверху зелень посыпем тогда, и все, наш будет обед готов. Тефтели наши готовы. Готовьте, пробуйте. Это не сложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. Большое спасибо за добрые комментарии. Приятного аппетита и пока-пока!